Сиверский парк распахнул свои двери для всех желающих. Любимое место отдыха многих жителей муниципалитета снова открыто для посещений. За время закрытия работники парка продолжали следить за его чистотой и порядком. Высажены новые клумбы, обновлены парковые скульптуры, проведена обработка насаждений от вредных насекомых. Открытие парка – это вообще хорошо, мы давно уже этого ждали. Во-первых, свежий воздух здесь, а по улице ходить выхлопными газами только дышим. Поэтому большого скопления людей нет здесь, вообще отлично. Единственное, плохо, что деткам детскую площадку до сих пор не открыли. Детей девать некуда, мало того, что родители не работают, дома сидят, и дети уже замаялись, а жара такая. Хотя бы что-нибудь бы тут открыли бы, детскую хотя бы ту площадку, где качели. А так вообще отлично, парк – это отлично. Очень рады, что открылся парк, и нам снова можно провести с детками время. Очень все чистенько, все подкрасили, все прекрасно. И погода замечательная. Все хорошо. Очень хорошо, что все-таки можно погулять уже за время карантина. Дома соскучились по общению с людьми немножечко. Детям здесь очень хорошо. Ну и приятно здесь чистота, и все свеженькое, красивое. Нравится очень парк. Свежо, прекрасно для семьи, для детей. Пока в силу обстоятельств пустуют детские аттракционы, но многие посетители надеются, что уже совсем скоро парк заработает в полную силу.